Добрый день, дорогие друзья! С вами Серафима Морозова и наш канал «Здоровы с нами». И вот я сейчас хочу снять видео о содержимом после клизмы. Я сегодня на голоде 8-й день. Вчера у меня было сухое голодание. Сегодня я на воде. Мне надо выпить сульфат магния, но я с утра не могу, у меня дела, поэтому я их выпью после обеда. И вот это у меня вторая клизма. Первая была более зеленая, и какие-то много было таких вот хлопьев. Но, как объясняет Николаев, это мекони. Это вот вторая клизма. Я их делаю одну за другой по 150 мл. Получается всего 3 литра. И эта клизма ничем не пахнет, пахнет только яблочным уксусом, который я добавляю в раствор. Если вот внимательно посмотреть, да, тут вот видно, что какая-то слизь. Вот эта вот слизь. Вот она. Ее много. В первом тоже было очень много. И практически больше ничего нету. Вот одна водичка. То есть вот одна слизь выходит. Это 8-й день после голода. Что еще я могу сказать? Что в этот раз, конечно, голодание зимой, оно сложнее. Голодать тяжело. Все время какая-то сонливость, усталость, хочется спать. Вот это вот желание есть. Тело не хочет есть, но ум, конечно, все время что-то там выискивает, высматривает. И здесь, конечно, нельзя поддаваться на провокацию, ничего не надо есть. Я хочу проголодать в этот раз 14 дней. Я зашла с весом 69,8. Сегодня, вот считаем, 7 дней прошло, ровно 7 суток. У меня сегодня 62,8 был вес с утра. 62,8. То есть за 7 дней у меня ушло 7 килограмм. И это с учетом клизм. Потому что когда ты делаешь клизмы, я делаю клизмы 2 раза в день, утром и вечером, по 2 клизмы подряд. И на клизмах вес уходит меньше. Потому что клизмы все равно как-то в организме сдерживают воду. Хотя, кажется, оно должно быть наоборот. Но у нас клизмы делаются не сильно концентрированные. 1 столовая ложка соли, 1 столовая ложка яблочного уксуса. Добавляется обязательно какой-нибудь отвар из травы. Вот это у меня отвар из ромашки я сегодня делала. Вот. И вода желательно не из крана, а фильтрованная. И теплая, ну такая, не прохладная. Ну, и не горячая, а немножечко такая более-менее комфортная, теплая. И вот так вот у меня идет голодание. Вечером сегодня я выпиваю сульфат магния, и тогда покажу, что там у меня после сульфата. До свидания.